Ну зачем? Зачем? Ну, и так ладно. можно. Так, освещение лучше. Вот, вот они, вот. Да, во-первых, родители жрут. Жрут, обсираются. Вот они, обсираются. Куста. Няма-няма, мы закроем клеточку. Мама, закрыли. Мяу, там мяу у нас. Где малышня? Малышня. Ну ладно, там одевайся. Вот все, мама пошла кормить детей. Там они... Ой, все, не видно. Четвертый день. Эти все закапывают, закапывают, чтобы не видно было. Гнездо, гнездо делает, гнездо, гнездо. Чтобы всякие монстры не смотрели на детей. Чтобы всякие монстры. Монстры. Большие монстры на детей не смотрели. Вот этот тоже жрет, жрет. Или это папа закапывает. Это мама, мама, вот мама. Папа обжирается. Я им еды добавила. Что они любят тыквенные семечки? А, они просто семечки любят. Надо им просто семечек дать. Вкусно, вкусно. Папа кушает. Папа кушает. Это бегает. Ты поешь давай, мамашка. Мамашка жрать пошла. А ты мелюзга там шевелится. Они очень маленькие. Ой. Она их закопала, чтобы монстры не видели. Вот у них там все видится. Не видно, плохо видно. Все видится, все видится. А что, носик там, носик. Синенький, пожалуйста, катай. Они еще слепые, глазки не открылись. Точно четвертый день еще не открывается. Хоть все маленькие, ушей даже не видно. Закапывается, что ли? Почему их там трое? Что их закопали? Чтобы некоторые не будут закопать.